две восьмерки в серийном номере у банкноты 10 тысяч тенге, которые лежат на байковой поверхности 13 марта. Еще при этом перед этими двумя восьмерками, которые расположились слитно, 2, 3, 4 цифра в рост. А за этими восьмерками 7, 6, да? Ну, получается 8, 7, 6 цифры на снижение. Интересная такая банкнота. Восьмерка – это число силы. Так как восьмерки расположились слитно в этой банкноте, то получается усиление в два раза, да, энергетики силы в этой банкноте.